хорошее, все, а инвестор накрылся, обучился. Поцеловались? Да, наверное. Тебя хотят. Нельзя было перестраиваться? Не знаю. Доброе. Все в порядке. Что-что? Давайте глянем. Откуда едете? Оттуда. Я знаю, что вы оттуда едете. Из Разумного. Что-что? Страховой полис, регистрация, временный ввоз. А с чем связано? С чем связано? Да. Вы не здорово государство, уважаемый. Ну, так и что, не могу ездить? У себя будете так ездить. Как а так? У нас давайте документы, проверку приготовить. А так это как? Вот так, я сказал. Понятно. А как еще раз представьтесь, удостоверение можно ваше? ДПС Яковлев, можно. Да, я запишу. Держи. Старший лейтенант полиции Яковлев Антон Сергеевич, да? А номер значка можно ваш? Не вижу. Номер значка 31-01-35. Да-да, сейчас, секунду. Так, грин-карта. Так, пожалуйста, страховка. Стоит? Не понял, подождите, стоп. То, что сейчас, минуту, секунду. То, что я вам дал, как бы вот эти вот документы, их вообще не должен был давать. Да вы же не таможня. Что вы должны, я вам говорю. Сейчас, что минуту. Должны? Минуту. Я обязан с паспортом ездить. Конечно, вы гражданин другого и государства. Что? У меня права есть. И что, права? Можете удостоверить мою личность. Права не удостоверяют личность. Вы законов не знаете. Предоставьте ваш паспорт. Вы хорошо. Паспорт, не имеете права передвигаться по территории Российской хорошо. Федерации. Хорошо. Мы сейчас проследуем в отдел с вами. Я понял. Хорошо. А вы к какому отделу относитесь? К какому приедем, к какому я относитесь? Ну, просто мне, чтобы жалобу поставить, к какому отделу вы относитесь. Приедем в отдел, там спросят. Нет, давайте. У меня есть паспорт. Давайте паспорт, регистрация. Не давайте паспорт. Давайте, давайте паспорт, уважаемый. Ну, хорошо. Ты там себя вольно чувствуешь у нас. У себя. Так а что, я что-то нарушил? Конечно. Что я нарушил? Вы находитесь в России. И что? И я этим нарушил? Конечно. А что я нарушил? Едьте к себе назад. Я сам разберусь, да. Куда мне ездить. Вы, пожалуйста, не хамите. Понаехали. Вот стоит регистратор. Хорошо. За вот это понаехали, поедет, да. Жалоба. Понаехали. Мы сейчас поедем. Да. И пассажира паспорт тоже. Понаехали. В руки я не дам паспорт. Вы обязаны передать. В руки паспорт я не передам. Хорошо. Я оформляем неповиновение сотрудника. Я похож? И выполнение законного требования сотрудника полиции. Смотрите. Вы меня слышите или нет? Сейчас, секунду. Сейчас я остановлю двух понятых. Секунду. В присутствии двух понятых вы мне, если не даете паспорт. Паспорт я не имею права передавать в руки. Это вы на Украине не имеете права, а здесь вы должны передать по первому требованию сотрудника полиции. Если вы отказываетесь, будет расценено как неповиновение сотрудника полиции. Хорошо. Административный арест на 15 суток. Подскажите, пожалуйста, к какому отделу вы относитесь? Третий отдел. Он, скоро поедем. Он так и называется, третий отдел? А как называется еще? Ну, может быть, какой-то район, к чему относитесь, к Белгороду, к области.
Ну, вы сейчас где находитесь, уважаемый? Я не знаю, где я нахожусь. Ну, а куда вы едете? Туда еду. Куда? Это куда? В Белгород. Вы уже в Белгороде находитесь? То есть к Белгороду ваше отделение относится? Паспорт второго пассажира. Что-то запрещенное есть? Нет. Гражданин Российской Федерации, да? Да. Гражданин. Держите, плаву посмотрите. Открывайте, пожалуйста, дай мне дверь в багажник. Протокол досмотра будем оформлять? Ну вот, вы знаете разницу, досмотр и посмотр. Хорошо, все, я понял. Если сейчас досмотр, будем все досконально. Я понимаю, я понимаю. Осмотр, ну, третий отдел. Третий отдел, сейчас, минуту. Предметы. Сейчас, сейчас. Товарищ инспектор, можно вас на минуточку? Передайте, пожалуйста, напарнику, что я из машины выходить не буду. Пусть он, пожалуйста, принесет все мои документы. Если он их не привезет, я буду звонить в милицию. Звоните. Ну, просто он забрал документы, ушел в свою машину. Ну, а че, зачем он меня звал? То есть он пока проверяет. А сколько проверка будет длиться? До 3 часов. Не понял. Так я ему передал документы, паспорт. До 3 часов, я вообще не понял. Да, на связи. Меня на посту, на Харьковском посту. Нет, не в Харькове, а на выезд из Харькова на посту. Там где-то останавливают, там проверяют документы и отпускают сразу. А тут, то есть, 3 часа будет проверка длиться, правильно? Я говорю, до 3 часов. Ну, то есть, и 3 часа я могу так просидеть. До 2 минут. И до 3 часов. Ну я понял, то есть он пошел на... Скажите, пожалуйста, на Украине где его прописано? А с чем протокол связан? Да протокол он не пишет, на Украине где его? А вы, ну так я ж вам дал паспорт. Он не написан, там же вам паспорт не напишет. А вы куда пишете, что это за листик? Личные данные нельзя переписывать на листик на какой-то. Покажите, пожалуйста, куда вы пишете. Регистрационная карточка, видите? Это что за карточка? Это для таких, как вы, которые приезжают в другое государство. На случай того, если вы будете заниматься противоправными действиями, ваши данные будут в общей базе. Они и так есть в общей базе. Я вам дал, я вам права передал. Я еще раз повторяю, там не написано, где вы проживаете. Ну, где так... вы прописаны. Временная регистрация, а вот что со мной, там написано. Так в правах написан адрес. Ну где-то написано, не издевайте. Ну принесите, я вам покажу. Там не написано. Смотрите, давайте делаем следующим образом. Я сколько раз меня останавливали на посту, который на выезде из Белгорода в сторону Харьков, на посту, не просто, как бы, вот, пожалуйста, я понимаю, не перебивайте, пожалуйста. Там проверяют, там никаких регистрационных карточек не заводят, на посту. Я понял, а вы чем вы отличаетесь? Вы по другим законам живете? Другое подразделение. И что? То, что вас на и что? Не проверяют. Это не значит, они что... не заводят никаких карточек. Если бы эта карточка нужна была, на меня бы завели эту карточку. Правильно я понимаю? А я завожу ее. Ну, так а вы чем отличаетесь? Там стоит область, а здесь город. И что? Закон о милиции другой? Или что? Или как? Или у вас... Нет, 2011 года. Ну, полиции. Хорошо, извините, да. Федеральный закон о полиции. Так, так. То есть там не нужно заполнять, а тут нужно. По одному и тому же закону. Я не могу говорить, отвечать. Смотрите, давайте это начнем с того, давайте начнем с того. Да-да. Я не понимаю. Понимаете? Может, вам это не нужно. Я понял. А вам нужно? Да. То есть у вас предвзятое отношение ко мне. Почему предвзятое? Ну, потому что фразы там понаехали, у себя будете ездить. Понимаете, дают я, вывод я мне сделать я вывод о том, за что. Эти фразы. Я просто вы... Послушайте меня, пожалуйста. Да, я понимаю. За эти фразы я извиняюсь. У нас ввели сейчас усиление. Опять у нас забрали все выходные. Операция «Анаконда». Значит, с территории Украины... Контрабанда? Нет. Но у нас просто даже название похоже на Украине тоже есть операция «Анаконда». Нет, у вас там подразделение. Вот операция. Едут граждане, которые воюют в Сирии, так. То есть так называемые террористы смертные. Так. И за человека за дело задержано. Ну, украинцев что ли? Со стороны Украины. Ну, я понял. Но я ж не похож на араба, на сирийца. Послушайте меня. Ну.
Я вам сказал, что вы похожи или нет. Я просто... Я понимаю. Слушайте, а вы можете скорую помощь сейчас вызвать, если у меня начнутся преждевременные роды? Да вызови, не вопрос. Спасибо. Смысл в том, мы же не просто там где стоим. Я понимаю. Все заезды в город. Я понимаю. Фиксируют транспорт. Украина. Понимаю. Все машины в Я понимаю. Фиксируем такими карточками. Если хотите, я карточку не могу писать, могу доставить вас в отдел. Смотрите. И все будет по закону. Я понимаю. Но смотрите, я вас выслушал, то есть я вас не перебивал. Хорошо. Но смотрите, хорошо. Вы остановили. То есть я уже не беру в счет, что в принципе без как бы. Ну, вы сейчас можете меня знакомить даже с этой операцией, я правильно понимаю? Нет, это служебное. Ну, понятно, хорошо. Но раз она для служебного пользования, то есть она на меня не распространяется. Поскольку она. Ну так я же должен с ней ознакомиться. Может, вы ее придумали? Ну, смотрите, все правильно. Я никто. Я просто гражданин другой страны, который точно так же наравне с остальными гражданами России и других граждан. Я имею право здесь передвигаться. Также на своем автомобиле. Вы попросили, я у вас чем-то вызвал подозрение. Хорошо, украинские номера у вас вызвали подозрение. Вы проверили машину, увидели всем... В смысле, ну вы же открыли это там капот, двери, посмотрели внутри, ни везу, ни оружия, как бы внутри у меня смертников нет. По базе вы проверили, по правам, временный, так проверьте, временный ввоз, все документы в порядке. В чем дальше, я не понимаю, какая карточка, зачем она мне нужна? Я вас, чем дальше я у вас вызываю подозрения? То есть я все-таки похож на человека, который там перевожу смертников или сам смертник или там тому подобное? Даже если чисто гипотетически предположить, что я могу хоть как-то вообще касаться к этой операции, чем не касаюсь. Я вам предоставил все документы, предоставил паспорт, предоставил миграционную карту, временный вот. Все абсолютно документы, которые вы потребовали. Для того, чтобы снять все подозрения, что я тут нахожусь либо незаконно, либо занимаюсь какой-то незаконной деятельностью. То есть, после того, как вы проверили документы, проверили по базам, у вас эти подозрения должны были отпасть. Какие карточки, что вы там где-то заполняете, я не знаю. Пусть тогда, если вдруг у них вызывает машина подозрения, я документы предоставил, временную регистрацию, по РВП, все. Пусть тогда направляют туда письма там или что, я подъеду тогда, куда пусть туда? Заполняют карты по РВП, по месту моего проживания. У меня оформлено РВП, я ж не просто сюда приехал, я тут год уже живу, даже больше. Все. Поэтому, что это за карточка, для чего она нужна, каким законом предусмотрена, принесите закон, я ознакомлюсь, что за карточка, как и тому подобное. Вы обязаны разъяснить? Я вам разъяснил. Что вам? Это карточка для регистрации. Ну, я не понимаю, что это. Каким, по какому закону? Ну. Что, каким законом? Сейчас поедем в по какому, каким законом предусмотрен? Так у меня же РВП, когда делали, у меня же пальцы снимали, а все это в базе есть. Значит, что будет? Проверят. Так по РВП, номер РВП у вас есть. Ничего. Так. Вы проверьте, что за карточка, покажите ее, почитаю. Я это не должен делать. Ну, понятно. Там даже вам расписываться нигде не надо. Ну, так это вы мне отдадите или себе оставите? Зачем вам? Вы же все знаете про себя. Так и же, ну, не, я просто. То есть это куда-то попадет, ну, там, в базу, куда-то, да, или у вас оно будет лежать. Да, в базу, да, куда-то делать. Ну хорошо, пишите. Адрес прописки в Украине, да? Ну да. Город Донецк. Бульвар Школьный. Подождите, район. Ворошиловский. Ну, Донец, все Донец, да. Вон человек, вы видите, я общаюсь. Сейчас разложусь, я вам все расскажу. Бульвар Школьный, 4, квартира 78. И не надо по дороге ходить, как по бульвару. Сейчас собью, опять я буду виноват.
4,78. 4, да, 78 квартир. Ну, так же, как и в РВП, да. Таврова 4, Ягодная 20. 20? Да. Все нормально, пассажиры? Да, пока все в порядке. Ну, подташнивает, плоховато себя чувствую, разнервничалась. Вы же заставили. Разнервничалась. Такое. А что, понимаешь?